Приветствую. Всем, конечно, хочется сегодня, 8 марта, покушать что-нибудь сладкое. Вот я предлагаю семена чиа. Засыпаем сюда, вот в эту посудину. Добавляем ложку, одну ложку. Это браун, кэроп, очень полезный. Вот вам розочки здесь у меня есть. Заливаем кипятком, потом будет шоколадное желе вниз. Потом кипятком. Вуаля! И ждем. Ждем буквально. Ну, как вот, как кисель он затвердевает. Потом вам покажу. Вот так вот, здесь он жидкий такой вот, шоколадный напиток. Потом будет такой, как желе. За счет семян чиа. Ну вот, время немножко прошло, мусс готов, такой как кисель он получился. Если побольше чего добавить, он будет намного гуще, такой как желе. Приятного аппетита, с праздником, чиз. Розочки еще вот такие красивые. Семена чиа и кэроп, это браун. Это из коры, баобаба, по-моему. Ну то есть чиа это кора. Ну, вот такой вот, как вот там дерево. Приятного аппетита.